მას ერქვა პოლინა, მოკლულია აფეთქების შედეგად. Семиони, Полинасма, Моклулия, Апеткеби Шедегат. Тинейджер Илиас, мама им шуидобеба. Экимебма Иртицлис Баушвис Гадарчена, Вершецлис. Медикосебма Верц ам Экусицлис Гогонас Сицоцхлейхснес. Скажите, это у Путинского... Вот эти глаза вот этого ребенка, плачущих врачей. Ой, чтоб он сдох. Сейчас. Школа. 17-я школа города Харькова. Დაბომბვებისათვის სროლების გამო, ბავშვთა ონკოლოგიურ საავადმყოფოზე, სკოლებსათუ ბაღებზე, საჰაერო იერიშების შედეგად უკრაინაში 30-ზე მეტი მოზარდის სიცოცხლე დასრულდა, 900-მდე კი დაიჭრა. Კიდევ რამდენი ბავშვი უნდა მოკვდეს, რომ ტირანი შეჩერდეს? Ან რის განიცავდნენ რუსი სამხედროები 2000-მდე მშვიდობიან მოქალაქეს, რომლებიც ნანგრევებში, ბომბსაფარებში თუ საკუთარი ქალაქების ქუჩებში გამოასალმეს სიცოცხლეს? Владимир Путин, обращается к вам, дети Украины, отзовите свои войска. Шегахсенебт, дадастуребули информациит, украинаши гаупати уребис шемдек экуси кали моклес. Путинис оми 24 თებერვლის გამთენიას დაიწყო. Ის შეეხო ყველას, მათ შორის უკრაინელ ტელევარსკვლავს, მაშა ეფროსინინას, რომელიც დროებას საკუთარ განცდებს ექსკლუზიურად უამბობს. Იმღამეს გადაღებიდან გვიან დაბრუნდა, ახლა ჩაძინებული მეუღლემ გააღვიძა. Мы ничего не успели собрать, потому что в 5 утра Тимур разбудил меня и детей с криком: «Вставайте, срочно началась война». В Киеве была тишина, спокойствие, было слышно просто, не знаю, падающий лист на землю. Такая была тишина. Вот, мы все следили за новостями, потом начались взрывы, обстрелы, и мы поехали за город прятаться. И вот с тех пор это все разные ночлежки, передвижения, сон в подвалах, в одеялах, в одежде. И даже мы уже знаем, что можно мусорными пакетами ноги кутать, чтобы не мерзли. Еще ровно неделю назад, с четверга на пятницу, вы бы меня не узнали. Я была вся такая, совсем другая. Лично я не могу вообще есть, только пить все время хочется. Очень страшно, ты все время себя щупаешь, потому что у тебя немеет кожа. У тебя сперва немеют руки, потом ноги, потом холод по позвоночнику. Эти слезы, они все время льются. Мне муж запрещает плакать при детях. И я не должна плакать, выходя в эфир. Но это невозможно. Они насилуют, они убивают, они расстреливают. Это не оккупация, это не война, совсем. Это страшный варварский терроризм. Они просто расстреливают, как мясо, наших детей. Даже когда женщины рожают в подвалах сейчас, туда забегают диверсанты и взрывают. Это невыносимо. Я не верю, что я это произношу. Это самое страшное, что я когда-либо слышала в своей жизни. То, что можно сотворить с людьми, творят сейчас с украинцами. Нас просто убивают, Саша, просто убивают. И они ползут, и ползут, и ползут, как тараканы отовсюду. Они ползут. Просто их бесчисленное количество. Ахла мис видео мимартвебс социалур кселши ყოველ საღამოს ელოდება. Омис სიმწარემ телецамყვანის იმიჯი მთლიანად შეცვალა. Маша არის მკაცრი და საკუთარი ადრესატების მიმართ პირდაპირი. Ის თითქოს ყოველი უკრაინელის საქმეა. Вы сможете еще дышать этим воздухом, понимаете? Они задохнутся от позора. Ты слышишь, как гремит? Ты слышишь взрыв? Идем, идем. Нет! Вышли из дома и раздаются взрывы. Не знаю, с какой стороны, но где-то рядом. Целый день было относительно тихо. Вот. Это коробки. Очевидно. В то время, пока шли переговоры, или идут еще, не знаю. Мы, к сожалению, не успеваем следить за этими новостями.
Вот, а сейчас под вечер опять начинается. Мы идем в укрытие. Сиренების აუტანელი ხმა მათი ყოველდღიურობა. განგაშის დაწყებას სატელეფონო აპლიკაციას ამცნობს და უკვე 11 დღეა უკრაინელები ღამეებს მეტროში, ბომბსაფარებსა თუ სარდაფებში ათევენ. Вот так спит ребёнок. Вот так спим мы. То есть, как вы понимаете, у нас довольно большое пространство, и это уже намного больше, чем миллионы людей, которые сейчас находятся в других городах, в подвалах или же даже не в них. В первые дни при каждом взрыве у меня были панические атаки, я боялась выходить из подвала, мне было очень сильно страшно и плохо. У меня было очень странное проявление вот этой паники. Я не могла смотреть на сына. Мне казалось, что его сейчас убьют, что с ним сейчас что-то случится. И я не смогу это пережить. И когда он смотрит на меня и улыбается, и смеется, я как будто переживаю уже его смерть наперед. И поэтому мне было проще на него не смотреть, потому что у меня начиналась очередная паническая атака. Ქვეყანა ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა. პუტინის ომს თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ ომი წესების გარეშე. შეთანხმების მიხედვით 5 მარტს დონეცკის ოლქის ორი ქალაქი, მარიუპოლი და ვოლნოვახა, რომლებიც ბოლო დღეებია განსაკუთრებული ინტენსივობით იბომბება, სამოქალაქო პირებს უნდა დაეტოვებინათ. რუსეთმა არ შეასრულა პირობა, დაბომბვა განაგრძო და გასამგზავრებლად შეკრებილმა ადამიანებმა ისევ თავშესაფრებში გაქცევა დაიწყეს. მათთან არ უშვებია ben humanitarul dakhmarebas mat arakt elektroenergia tsqali da sakvebi aset pirobebshi rtulia ivaraudo ramden khas gazleben tsotskhlebi meni to samo tsenne kharkove oni стреляют исключительно, ну, они уже разбомбили и мэрию, и церковь, где люди прятались. И это просто, у меня подруга убегала, она жила в обычном жилом районе, там нету ни воинских частей, ничего, никаких стратегических объектов, и там круглосуточно из градов обстреливали эти жилые кварталы. То есть они умышленно уничтожают и пугают, и стреляют в людей. Да, и с тем, что нельзя, там не пускают туда гуманитарную помощь и еду, да, это геноцид. Это просто делается даже не для того, чтобы оккупировать потом этот город и там свою власть, некуда просто будет приходить. Они равняют с землей города, и люди остаются под этими завалами, под разрушенными зданиями. Оршвилтан ერთად უკრაინა დატოვა ჟურნალისტმა იულია ბანკოვამ და პოლონეთს შეაფარა თავი. გადაწყვეტილება არ იყო ადვილი მისაღები. Как мать во мне говорит, что ты должна увести детей, а журналист и гражданин говорит во мне, что я должна остаться и делать свою работу там. Хочется быть на месте. Не знаю, получится ли вернуться, но мне бы очень хотелось. Украинидан იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა 1,200,000-ს გადააჭარბა. ოჯახების გაყოფის კადრები განსაკუთრებით რთული სანახავია. Санам самшидобос гадмовлен украинელებს რთულიქსის გავლა უწევთ. საზღვარზე კი ახალგაზრდები სხვადასხვა ქვეყნიდან მათ დახმარებას უწევენ. პოლონეთის საზღვარზე მოხალისეებს შორის ქართველი ბიჭები გიორგი გეობახიანი და ბაჩო გაფრინდაშვილი არიან. და უკრაინას ფაქტიურად დააპაუზა ჩვენი ყოველდღიური აქტივობები და ვერაფერზე ვეღარ ხდებოდა კონცენტრირება გარდა იმისა რაც ხდებოდა აქ ადგილზე. ამიტომ სწრაფად მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ უშუალოდ ჩავთვლიყავით პროცესში დახმარებული ხალხს. მათ დახმარება ჭირდებათ ფირთის გადატანაში, პლატფორმებამდე მიყვანაში, ასევე ბავშვებს ჭირდებათ დახმარება ტანსაცმლი, საკვები პროდუქტები და ძირითადად ამისიას როგორც ჩართული. ასევე აღსანიშნავი არის აქაური მთავრობის პრეცედენტო მობილიზაცია და ადგილობრივების წარმოუდგენელი სოლიდარობა, რაც ისინი გამოხატავენ უკრაინელების მიმართ. ყველა ერთსულოვანი არის ამ საქმეში, ყველა ცდილობს რაღაც დაეხმაროს ამ ადამიანებს.
მიუხედავად უკრაინის მოქალაქეების ამ მასშტაბის გადინებისა, მატარებელი საპირისპირო მიმართულებითაც მოძრაობს. პრაღიდან თუ სხვა ქალაქებიდან პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე ყოველდღიურად სამშობლოში საომრად უამრავი ადამიანი ბრუნდება. Мати Раоденова, Самоцтайкус Атас Аджарбепс, Дидеба Украина. Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам, будет помогать, может даже будет воевать.